Украине стартует проект исследования качества образования. Акция проводится под эгидой Международной организации экономического сотрудничества и развития. Участие примут около 2000 учеников и студентов из почти полсотни учебных заведений. Тестировано пройдут по чтению, математике и естественным наукам. Проект продлится до 31 мая. Подобное исследование проводится каждые 3 года, начиная с 2000-го.